Пасха – главное событие года для православных христиан. Воскресение Христово – основа и венец христианской веры. В выставочном зале Дворца культуры «Арктика» открылась выставка «Пасхальный звон 2021», где мастерицы округа представили свои работы. Наталья Дуркина продолжит тему. Римма Пашкина на выставке представила ковер и подушку, выполненные из разноцветных лоскутов. Рукоделию Римму Александровну учила еще ее мама. Из поколения в поколение в семье Пашкиных принято передавать свое мастерство. А как подбирали лоскутики и от красного, и зеленого, и желтого. И все вместе, как рассыпанный бисер будет. Ой, такая прелесть. А утром встанешь, посмотришь, а не нравится. Опять выкидываешь кое-какие лоскутики, другие нарежешь, другие приделаешь. Уже другой вид сразу делается. Вот так надо. Выставка народного декоративно-прикладного творчества «Пасхальный звон» собрала работы окружных мастериц. Вязание, рисование, вышивка, алмазная мозаика. Поделиться частичкой своей души в светлый праздник пришли более 50 мастериц. Мы обзвонили всех пенсионеров. Мы же своих мастеров знаем. У нас выставка «Рукам работа, душе праздник» уже 20 лет. Мы обзвонили всех. У нее тоже актив есть, более молодой. И поэтому, я думаю, в течение месяца получилась такая выставка. Вы знаете, очень жалко, что село, а здесь только стельвиски. Ну, распута. Распута. Но я думаю, мы с ней уже говорили, с Аленой, что мы в следующий раз заранее, чтобы они, когда еще будет дорога, чтобы они сумели нам поставить. Тогда выставка будет еще больше. К участию в выставке принимались индивидуальные и коллективные работы, выполненные в любых техниках декоративно-прикладного и изобразительного искусств. Представленные экспонаты созданы участниками в возрасте от 9 до 17 и старше 55 лет. Сегодня представили нам на выставку яйца, пусть они изготовлены и не из золота, серебра, инкрустированы не рубинами и изумрудами, но они несут не меньшую ценность. Они выполнены из бусин и бисера, из бумаги, папье-маше, картона. Но они выполнены с любовью, с верою и с трудом. И это самое главное. Это и есть сохранение и передача традиций. Не только традиций культурных, творческих, но и традиций духовных. С поздравительными словами выступили представители власти и духовенства. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Хотел приветствовать такими словами. Христос воскресе! Воистину воскресе! Хотелось бы вспомнить наш испокон веков православный девиз «Русь святая, храни веру православную, и в ней же твое утверждение». Воистину, наш народ мудрый и сложил эту пословицу, по сути, опираясь на жизненные какие-то, может быть, переживая невзгоды, трудности, понимая, что только Христос, только Господь может нам помочь преодолеть эти трудности и идти дальше, и осознать, в чем смысл нашей жизни. Мы не можем не сказать о том, что Пасха, возрождение, становление духовным. И сегодня вот небольшой, еще один и очень важный шаг. Сегодня открылась выставка, и мне очень приятно сказать, что вот Ирина Васильевна – это вот душа вот всех добрых и важных дел начинания. Вот, которая подталкивает нас к добрым и очень важным шагам. Посетить экспозицию «Пасхальный звон 2021» можно в выставочном зале до 25 мая. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, телеканал «Север».